Здравствуйте, меня зовут Имамов Шерзад. Я из города Токмок. Я являюсь министром культуры и являюсь редактором по газете. Получается, мы печатаем газету «Жизнь в школе». Мне было лет 13-14, когда я первый раз начал работать на поле. На этой работе ты получаешь не только заработную плату, но и огромный опыт. Сажал лук не только качественно, но и красиво, чтобы земля приняла мой труд. Также я подрабатываю официантом, могу выйти ведущим. Мои родители с самого раннего детства учили меня, моих братьев, сестер к труду. Главное не бояться и не стыдиться какой-либо работы. Мам, пап, салам алейкум. Это тай казан. Вы представляете, его отлили в 13 веке. И вес его 2 тонны. Даст Аллах, я обязательно вас сюда привезу, и вы обязательно сюда приедете. Я вам это обещаю. Знаете, я очень мечтала увидеть самолет. И для меня это прям мечта была. И моя мама всегда говорила, всему свое время. И когда вот объявили о том, что на самолете, я прям так обрадовалась. И просто осознаю, что мир, он очень чудесен. Салем. И настроение спустится в пляс. Удачи тебе. Спасибо большое. Давай сейчас. Ассаламу алейкум, Туркестан! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы? Супер! Как вас зовут? Меня зовут Шерзад. Скажите, что вы нам приготовили? Сегодня я хочу для всех вас станцевать хорезмский танец лязги. Вау! И подарить, как говорится, радости всем вам. Супер! Супер, Шерзад! Вот устройте нам праздник, пожалуйста. Я сделаю все возможное. Я прям хочу танцевать. Вау! Если ты встала, это о многом говорит. Я ищу слова. Я ищу свои слова. Не могу. Столько радости. Вот честное слово. Спасибо. Столько праздника подарили вы. Спасибо. Откуда вы знаете этот прекрасный танец? Сам поставил постановку танца. Да вы что, с Ютуба где-то смотрели? Нет. Песня играет, пляск душа. Вау! Послушай моих коллег. Послушаем. Много, Серик. Шерзад, дорогой, я благодарю тебя за энергию, благодарю тебя за радость и за то, что ты своим появлением сегодня на сцене
наверное, знаешь, сделал то главное, ради чего мы затеваем Got Talent, для того, чтобы человек мог прийти и доказать, что каждый может быть талантом. И сегодня спасибо у тебя большое это получилось. Спасибо. Ну что, нон-стоп? Давайте вас послушаем. Ну, шокированы? Знаете, музыка играет до сих пор вот здесь. А тело хочет тоже, душа тоже хочет танцевать. Спасибо. Вы удивительный самородок, и то, что вы сами все это делаете, это заслуживает уважения. И спасибо вам за праздник. На самом деле, прям мы потанцевали, отдохнули. Осындай ел жүрек болғанына қуанып тұрмын. Әрдайым күліндеп жүре бер. Обязательно. Давай послушаем вердикт моих коллег. Серик. Жиза, дорогой, тем не менее, несмотря на всю вот эту энергетику и радость, которую ты нам подарил сегодня, подчеркиваю, сегодня, я говорю тебе нет. Наш ответ – да. Спасибо, большое спасибо. Да, дорогой. Рахмат! Но у тебя два «да», одно «нет». И мой ответ – да. Рахмат! У тебя три «да», одно «нет». И ты проходишь в следующий тур. Рахмат! Спасибо тебе, золотое. Я прям радуюсь вместе с вами, Шерзан. Спасибо. Раз, два, три. Ты не танцевал, поэтому сказал нет? Да. Тебе было обидно, что ты не танцевал, поэтому ты сказал нет?